Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается RDR 2 мода. Дорогие друзья, сегодня нас обокрали. Сегодня нашего Артура обокрали, и он у нас, понимаете, без одежды. Это мод в RDR 2, бери вкусняшки, бери попкорн, мы начинаем. Очень забавно, знаешь, так сразу голенько выходим из дому. Ну, понимаешь, очень свежо. Здорово, фермер. Ах, нежданчик такой. А нежданчик хороший, друзья. Сегодня будем рассматривать интересный мод. На сегодняшний день самый стильный, самый престижный модик, чтобы, знаешь, можно было от голого до опасного нашего Артура сделать. Смотри, с револьвера. Погоди, у меня нет револьвера. Уходи. А я не уйду. А я не уйду. Дай, дай свою пушку. О, пушки нет. Все, иди отсюда. Канай. Артур, наваляй ему. И будем смотреть мод уже. Он еще грызается. Смотри, он еще огрызается. Он тоже так умеем огрызаться. Ух. Голый и опасный. Ох, нормально, по шляпе получил. Слушай, шляпа у тебя забавная. Я заберу твою шляпку. Друзья, сегодня у нас мод. А, стильный, офигенный. Можно, знаете, 30 категорий. Более 1300 нарядов. Понимаешь? Обалденно. У нас работает F5 уже мод, тренер 061. Обозревали уже. Теперь F2. А это у нас новый мод, версия 0.1. Что он делает? Ну, делает буквально все. Любой наряд. Ой, погоди, ты еще живой. Он еще живой, ты посмотри, какой. Я здесь пишу ролик, а он пришел здесь. Наваляй Артуру. Давай, наваляй ему. Ты мою шляпу сбил. То есть свою шляпу. Слушай, я, по идее, должен быть бессмертный. А я не бессмертный. Погоди, я встану и тебя наваляю. Погоди, сейчас наваляю. Ну как, кобыла, дай ему по рогам. Мою шляпу сбил. Это какой фермер-то? Неубиваемый. Так, мы включаем сразу год мод, чтобы меня никто не убил. Понимаешь, все офигенно. Мы включаем сразу же, включаем. Ну давай супер прыжок включим, знаешь, попрыгать так можно. И, конечно, бесконечное количество патронов. Все офигенно. Смотри, какой. Мы в жопе. Вернее, я он в жопе. А что за промежности? Артур, как твои делишки? Вот шляпой обалденный фермер. Кстати, это можно даже сделать такую, знаешь, рубрику. То есть убрать все оружие. Все убрать отсюда. Дать Артуру только вот буквально голую жопу и выживать в RDR 2. Как тебе нравится? Можно сделать такую рубрику. Реальная жизнь в RDR 2. Мы начинаем просто без одежды, без оружия. Мы начинаем выживать, грабить, убивать, охотиться. Если тебе интересно, давай, Ковакостик, комментарий дай, скажи, мне интересный спикер, я буду смотреть такое. Реальная жизнь в RDR 2. Так, у нас сегодня F2. Что этот мод делает у нас? А, мод делает... Я тебе говорил, 30 категорий, 100, 1300 нарядов. Все можно изменить. Давай-ка мы сейчас, знаешь, так, уберем оружие. Просто так, руки голые. И посмотрим, что у нас есть. Ну, конечно, в первом делом нам нужна шляпа. Другая шляпа, намного круче. О, полицейская. Обалдеть, полицейская шляпка есть. Давай камеру уберем чуть подальше, вот так. Полицейская шляпа. Все виды шляпы есть. Интересно, сколько здесь всего их и какие они есть. О, кстати, это армейская. Прикольно. А шляпы разные, такая, знаешь, круглая реально сфера. Прикольно смотрится. О, вот это самый раз. Слушай, такая шляпа обалденная. У всех опасных преступников была такая шляпа. Она офигенно просто, знаешь. Вот такая довольно неплохо, знаешь, смотрится. Это, знаешь, охотники за головами. Нет, это чуть похуже, потому что видно, по качеству похуже. Ну, шляп много. Слушай, у нас, кажется, Артур очень голодный, и поэтому, видишь, он такой скукожился. Но мышца у него есть. Только межнож и мышцы нет. Да это не беда. Мы, знаешь, не будем все шляпы смотреть. А это что тут? О, погоди, вот это забавно. Это забавно. Это, знаешь, у этого... У лесника такая шляпка. Мы приоденем его, знаешь, симпатично так приоденем. Вот шляпа довольно, знаешь, модная, стильная. Видишь, такой цвет... четкий такой черный цвет. Шляпы, наряды, все что угодно. Это что меняем? Погоди, погоди. Нам нужно менять дальше. Так, это что-то не меняет почему-то. Давай следующее. Вот, наряды, наряды. Пошли наряды, нам нужно тоже какую-то, знаешь, рубашечку красивенькую сделать. Офиген, бел. Ну, такие-то, знаешь, рубашки фермерские. Мне нужна стильная рубашка, чтобы, знаешь, пойти в город
И мне было не стыдно там показаться перед девчонками. Так, ну это не то, белая рубашка. А что у нас дальше? Дальше нам что дается? А дальше, ох, ты проголодался, да? А проголодался, я понимаю. Погоди, нужно его накормить, знаешь, чтобы он встал так ровно. Ровно встал. У нас есть мяско? Мясо. Мясо было у меня, погоди, мясо же было. Мясо зверюшки у нас было. Так, дичь. О, все, спинка ровная. Жопа голая. Все нормально, обалдеть. Так, идем дальше. F2, мы идем дальше по списочку. А что можно его как нарядить еще? Ну, слушай, обалденно, видишь, как выходят моды. Я сразу же тебе пытаюсь обозревать эти моды. И стараюсь для тебя, понимаешь? С тебя лайкосик, комментарий, чтобы... Вот, спасибо, спикер показал, что за моды новенькие, самые свеженькие модики выходят. Я смотрю с тобой вместе и пытаемся, знаешь, так приугарать. А что тут есть еще? Дальше. Дальше штаны. Камеру еще дальше. Можно камеру еще чуть дальше? О, смотри, уже в штанах. Уже хотя бы что-то, видишь, босиком. Как прям в папках, знаешь. Босиком бегают ребятишки. О, козлики. Это, возможно, этого пастуха. А, кстати, прикольная ферма. И здесь можно начать рубрику «Реальная жизнь». RDR2, ты понимаешь? Голая жопа, без оружия. Идти воевать, убивать и охотиться. А, подумай об этом. Я уже подумал. Тебе осталось только написать комментарий «Да-да». Давай попробуй сделать. А, и я без проблем сделаю. О, какие штанишки-то. Это, возможно, ночнушка какая-то. Нет, не то. Нужно, знаешь, такой реальный модный прикид. Кобылка, отойди, ты прям в камеру встала мне, не вижу. Ну, знаешь, тут по стилю не надо, есть реально стильная одежонка. Штаны, мне нужны крутые штаны, я знаю, знаешь, из какого-то фильма видел такие, знаешь, белые такие ковбойские настоящие. Не помню, какой фильм, но реально очень модно смотрелись. Кстати, у меня охотники за головами, видишь, он в той стороне. Нужно отключить сейчас, наверное... Розыск, если у меня не выключен. Ну, погоди, там, кажется, реально бегут. F5. Так, погоди, где? О, все, отключил, все. Все, видишь, все офигенно. Моды есть, нас никто не трогает. А то перестрелку, убивать кого-то. Зачем это надо? У нас сегодня стильный мод. Но мы, конечно, побегаем по городу. И голышом, и побегаем, и в стильной одежде. Я тебе все покажу. Ну, понимаешь, я не могу найти штаны такие, знаешь, подходящие под какой-то стиль. Ну, синий. Ну, пускай будет серый. Окей, что у нас есть дальше? А это что у нас? Нам нужна обувка еще. Так, погоди. А прическу можно изменить было? Ну, прическу уже не видно, да, кажется, будет. Что есть еще? Мне нужны ботиночки, такие, знаешь, стильные ботинки. А это уже подштанники идут, видишь, внизу меняется. Подштанники, что ли? Но это не ботинки. Это какие-то... О, погоди, а это что такое? Ну-ка, сзади. Слушай, во-во-во-во, это то же самое. Не помню, как они называются правильно, знаешь, такие шестереночки. Сказано, шестереночки, которые, знаешь, красиво звучат. Пускай будут такие. Что есть еще? Тут у нас что? Это у нас... Смотри, какая бляха появилась. Смотри, какая бляшка. Обалдеть. Это... Погоди, что это такое? Это этого самого. Нет, такой нам не надо. Это шамана какого-то бляшка. А такой мне не надо. О, вот они штаны. Вот они штаны. Погоди, не та камера опять. Кобылка, кушать хочешь? Вот они, точно, я вспомню, да, вот они. Из какого-то фильма, знаешь, я не помню, какой фильмец, но смотри, как реально модно. Это, кажется, теплые штаны и сделано из кролика, если не ошибаюсь. О, теперь мы настоящие, смотри-ка. Ну, понимаешь, под цвету подобрал, конечно, не акти, потому что какой-то желтый, красный. Нужно что-то постельнее. Ну, это нужно все время подбирать, смотреть, конечно же. Я хочу еще побегать по городу и посмотреть, как будут, знаешь, местные жители смотреть на меня. Когда я буду стильный, красивый, и когда я буду голый. Камера маленькая неудобна. Так, давай-ка чуть подальше. О, в самый раз. Хорошо встал. Желтый есть. Ну, тоже не актив. Вот это да. Вот эти штанишки намного круче, чем там было. Вот это. О. Сама раз, смотри, очень стильно. Так, мне нужны ботинки. Это что у нас? Где что меняется? Не вижу ничего. Ничего не меняется. Что у нас? Возможно, что-то не работает. Но это не беда. Это у нас...
Это накидка у нас. Ух, смотри, какая беленькая и черненькая. Ну, накидка не нужна, хотя, знаешь, богато смотрится. Ну, нет, в принципе, не надо. А внешний вид маленько портится. Это у нас амуниция, видишь, написано амуниция, и появляется патронтаж, да, видишь? Появляется. Да, сзади вижу, и спереди. Солнце светит маленько не так, видишь? Ну, видно. Они маленько в воздухе висят, я их уберу. Что у нас? Мне нужно... я шериф, смотри-ка, я шериф, я маршал. Я шериф, ребята. Это мой конь верный. Так, камеры чуть подальше. Шерифа мы оставим. А что есть еще? Мне нужны... револьвер. О, красота. Один на второй стороне. Знаешь, такие два револьвера. А мы достаем. Видишь, так, оп. Обалдеть. Кабура. Шикардосик. Ну, погоди. Мне нужны ботинки. Так, нужно встать такую, знаешь, в полянку. Вот, полянка. А где ботинки? Мне нужны ботиночки. Возможно, их пропустил. Это... маска. Обалдеть, погоди, маска, маска. Шляпа не нужна. Сейчас мы уберем шляпу. Буквально пару секундочек. Ох, за шляпой. Ковид. Обалдеть, погоди, погоди, погоди. Шляпа сейчас вообще не нужна, вот реально. Шляпа не нужна, ее нужно как-то убрать. Потому что шляп очень много, долистать я, наверное, не смогу. Шляпка, вот шляпка. Обалдеть. Где там конец этих шляп? Их очень много. Я не знаю, сотня есть шляп, нет? Сотня есть шляп? Шляпки есть. Но маски хочу тоже посмотреть и вам, друзья, тоже показать, что там есть. Ну, где конец? Где конец шляп? Не вижу. С, нет, 9. Не знаю, как они. По цифрам. 8, 7. Слушай, реально дофига шляп. Все пересмотреть нереально. Вкусы. А на любой вкус и цвет, ты понимаешь? Обалденно просто. 7, ну понимаете, 6, 5 будет сейчас. Да фига шляп, больше сотни шляп. Ты представляешь, 1300 нарядов на любой цвет и вкус. Так, хорошо, пускай шляпа остается. Где? Маски, маски, маски. Маски посмотрим. Бандит, реально бандит. Смотри, какой настоящий бандит-гангстер. Ну вот это, конечно, слушай, а когда включаем от первого? А нет, видишь, в GTA 5, когда одеваешь маску, там маленько потемнение по краю. О, овечки, овечки пасутся. Здравствуй, овечка. Притомилась, уселась. А ты бодаться умеешь, нет? А ты бодаться умеешь? Что у нас по маскам еще? Маски. Ну, знаешь, такой устрашающий, зайди в город так, куда-нибудь. Свет, больше света. Мешок. Мне сразу, знаешь, вспомнилось фильм «Джанго», когда они одели белые мешки, как идиоты. Очень было, знаешь, такой черный юмор, обалдеть. Такая маска. Масок тоже. Вот это маска. Смотри, офигенно. Масок много, друзья. Можете сами посмотреть. Все есть в описании. Все есть в описании. Так что без проблем сможешь скачать на свою RDR. Только не заходи в онлайн. Ни за что. Погоди. А где обувка? Мне нужна обувка. Ботинки, ботинки. Я без ботинок бегаю. Что это у нас? Что-то не меняется. Не знаю. Давай двигаться дальше. Что-то не работает, что-то... Это у нас видно, закрывает шею. Это что у нас, змеюка, что ли? Погоди. Что это такое? Шарфик? Шарф такой. По ветру раздувается. Ну, красота. Ну, такой стильный стиляга. Обалденно, да? Маски прикольные. Это мы уберем шарфиком, он как-то не очень смотрится. По-гейски смотрится. О, а это что? Погоди, это трусы, что ли? Такие. Вываливающие трусы или фартук это такой? Фартук мясника, да? Мне не нравится, понимаешь, освещение. Мы сейчас сделаем освещение по времени назад. Назад, назад, назад. И сделаем светлую погоду. О, в самый раз. Смотри, офигенно. Видишь, F5, F2 все работает. Так, мы двигаемся дальше по списку. Во, вот они. Вот они, ботиночки. Наши бутс. Ну, ботинки тоже, наверное, какие-то... Вот, довольно нормальные такие, знаешь. А в самый раз, смотри, нарядился. Что самое интересное в этом моде? Можно сохранить то, что ты сделал, можно все дело сохранить и потом загрузить. Это у нас сумка, седло, сумка у нас.
сумка. Рюкзаки. Ну, понятно, понимаешь, как в GTA 5 тоже всякие рюкзаки и сумочки. Только тут в РДР. Это у нас... Не знаю для чего. Ну, на Диком Западе эта штука нужна была. Аксессуарчики. Что у нас есть еще? Еще интересненькое. Интересненько. Ну, оделись, знаешь, ну, довольно стильно. Но цвет рубашки мне не нравится. Нужно белый цвет. Белый, красный было бы офигительно. Да и так все офигенно смотрится. Что это? Меняется что у кобуры? Не пойму, что-то меняется. Сзади что-то меняется. Да, ножик. Ножик меняется. Ножик мы оставим. Окейшки. Это что у нас? Нет, не знаю, что это такое. Ну, практически все мы посмотрели. Все посмотрели. Нужно, понимаешь, побегать и посмотреть, как наши... вот это, да, сколько патронов здесь можно, да, засунуть. Можно реально вооружиться конкретно. Двигаемся дальше. У нас есть еще списочек. Мы посмотрим все и покажу, что этот мод еще у нас делает. Так, это не знаю. Мне хочется уже двигаться дальше, потому что мы вроде нарядились полностью. Аксессуар, все есть. Реально все есть, что и было на Диком Западе. Очень проработана игра. И реальная жизнь в RDR 2 может быть реально интересна. Так, это у нас сумка с другой стороны. Видишь, какие сумки? Справа, слева, через шею, маски. Все есть! Обалдеть! Можно реально какого-то персонажа создать и какие-то, знаешь, интересные рубрики делать. Это, патроны! Вот это да! Я уже нацепил значок шерифа. Знаешь, RDR вроде вышло меньше месяца назад на ПК, а уже такие моды, понимаешь? Одеваться можно стильно, модно и натурально. Ну, видно, что-то меняется, патрончики, это уже мелочевка, понимаешь, до каждой мелочи. О, перчатки, кстати, перчатки. Ну, так вот, цвет меняется. Погоди, цвет кожи менялся, что ли? А я хочу перчаточки. Не знаю, что-то меняется. Перчатки нужны еще, вот то, что надо. Это у нас для второго пистолета, как понимаю, да? Ну-ка, пистолет. Ага, он, знаешь, где-то достает, где-то позади. Или кобура так стала, не видно солнца. А, кобура так изменилась. Это, возможно, для второго пистолета. У нас пока один пистолет, видишь, цвет меняется, стиль меняется, расположение. Ух, обалдеть, красота. Снарядился реально по черному, смотри как. Я готов реально теперь воевать. Вот он, пистолет появился. Достает из него, да? О, нормально, красота. Видишь как. Достает, все офигенно, видишь как. Откуда достанет динамит? Ну-ка. Смотри, сумку даже взял, и из сумки достал динамит. Это реально офигенно. Ножик, где ножик? О, ножик, он сзади, обалдеть. Видишь, ножик сзади. Все, обалденно, реально. Гангстеры реально опасны. Рэмбо, словно, знаешь, такой получился у нас. Рэмбо в маске. Что это, я, кстати, смотрел, что это такое? А, видно, кобура меняет этот цвет кобуры. Амуниция. Не видно, где эта амуниция. У нас и так много уже амуниции переваливает, перешкаливает. Ну, список еще продолжается, смотри. Список еще продолжается. Так, это что у нас? Убирает, что ли? Или добавляет? Погоди. Верни обратно мою рубашку. У нас рубашка слетела. No. Не буду это трогать. Что тут есть еще? Ну, знаешь, мне уже удивить, наверное, нечем. Да тебя тоже, наверное, потому что ты так уже... Руки! Руки мои исчезли! Смотри, пальцы! Я самый опасный и самый быстрый стрелок на Западе без рук. Реально, обалдеть, да? Где перчатки? Возможно, там были и перчатки? Ну... И так модно смотрится. Так, ну повернись. Камера слишком далеко просто уходит. А что это? Нет, не меняется. Все, список закончился. Но у нас есть дальше. Можно сохраниться, смотри, можно сохраниться под любым, который мы сохраняли. Либо взять сохранить под новым. Ну, давай просто цифру 1. Все, сохранились. Ну, что у нас есть еще тут интересно? Сохранится. Ресет. Это все сбросит, кстати. Смотри-ка, все. Обалдеть, да? Обалдеть. Это сбросить. Можно побегать голышом, поубивать кого-нибудь, понимаешь? Как говорится, от первобытного человека до
богатого бандита. Ну-ка, прыгай, Артур. О, красиво. Обалдеть. А говорю, по RDR 2. Это что-то новенькое. У нас есть дальше по менюшке еще. Это у нас невидимка. Ты смотри, как прикольно. А есть АУК, есть револьвер. А если его убрать? Оп, его нету. А если убрать сюда, в кобуру? К лошадке, все. Лошадка идет сама по себе, понимаешь? Включаем камеру вот такую, знаешь, эпичную. Все, лошадь скачет сама по себе. Убираем еще, знаешь, F2, что помешалось. Обалдеть. Достаем револьвер, смотри-ка. Оп. Это Дикий Запад, детка. Слушай. Тут не хватает людиш. Погнали, знаешь, в город. Все, погнали в город, неважно куда. Главное, полетели в город быстренько. Видишь, как быстро можно перемещаться в город. Я в городе. У меня награда 300 баксов за меня. Но это не беда. Сейчас прессовка пройдет. Все офигенно, 300 баксов. Я не в розыске, у меня все отключено. Мне это не надо, знаешь, перестрелки. Тебе тоже не надо перестрелки. Смотри, как реально дерзкий. Смотри, один револьвер. Оп, и нету. Обалдеть, слышишь, ну реально, прикольно, ну... Давай-ка слезем. Побегаем. Где револьвер? Где мой быстрый револьвер? Обалдеть. А где можно взять динамит, покидать? Динамит, поджигать. Ну понятно, человек-невидимка, то что тут? Идем дальше. Можно также его обратно сделать. Все, я говорю. Маленько шуму я здесь навел, понимаешь? Здесь уже не будет такая реакция, как в другом городе. Телепорт куда-нибудь еще. Так, убери-ка оружие. Мы пришли с миром. Куда я пришел? Куда я пришел, кстати? А, вон городок. Небольшой городок, но мне нужны местные жители. Знаешь, пообщаться так. Чтоб посмотрели, какой я голый. О, здорово, бандит. Ничего ты. В текстурку залезла. Здорово, бандит. Работка есть для меня? Не, погоди, я хотел прыгнуть всего лишь чуть-чуть. Здорово. Работка есть для меня? Поговорить. Привет, мистер. Мне нужна работка. Понимаешь, я голый, я нищий, мне нужны деньги. Деньги нужны. Ты куда пошел? Иди сюда. Ноль реакции. Хоть голый, хоть одетый, да? Без разницы, какая реакция, да? Можно ограбить его. Я хочу тебя ограбить. Ну-ка, давай деньги. Деньги давай. Угрожай. О, бабки. 658 баксов. Бабки. Не души его. Ай, пускай отдыхает. Голышом. Куда можно еще голышом? Давай нужно большой город нам. Нам нужен реально такой, знаешь, большой городок, где можно посмотреть. Ух, сколько здесь карет стоит. Так, здесь где? Так, идет прорисовочка. Заброшено. А нет, почта есть, есть оружие. А шрифт тут есть? Тут какая-то заброшка. Здесь я еще ни разу не был, кстати. Что-то новенькое. Здравствуйте. Есть работа для меня? КБО даже говорит нет. Испугался. Гоу Артура испугался. Здравствуй, есть работа для меня? Эй, бандит, стой. Есть работка для меня. Давай-ка запрыгивай туда, Артур. Прыгай. О, запрыгнул. Есть работа для меня, чувак. Не подходи ко мне. Обалдеть. О, ребята рабочие, есть работа. Работа есть, нет? Нет? Ты куда пошел? Работать пошел? Дай мне метелку, я пойду работать вместо тебя. Я говорю, дай мне метелку. Ты что такой? Отпусти его, Артур, отпусти. Ты поставил лайкосик? Подписался? Нет? Найти в каре. Подпишись быстренько. Вот шляпа прикольная. Я заберу твою шляпу. Все, канай отсюда. Шляпа твоя моя. Забирай с собой. Все, теперь я рабочий. Прикинь, такой шаг, ты черный вылазит. Понимаешь, что это офигенно. Вот с оружием. Шериф? Шериф или кто? Или охранник? Работа есть для меня. Мне нужна работа. Дайте ты в харю. Мне нужна работа, я тебе говорю. Да брось свою пушку. По харе все. Смотри, какой здоровый. Ему нужно, знаешь, куда идти? Артуру нужно идти. Ух, сколько здесь всего. Делаем телепорт, отсюда смотаемся. По боям без правил нужно Артуру идти. Понимаешь, он голый. Драться чернокожими будет реально офигенно. Да, вот тут нужно парочку чернокожих и можно устроить. Я в городе. Обалдеть.
Здравствуйте. Мне нужна работа. Здорово. Такой, знаешь, напряженный Артур. Маленько весь в грязи, да? А шрамов нету. Ну, парочку шрамов есть, да, конечно. Побили нас, попутали. Друзья, уже будем на этом заканчивать с тобой. Никаких перестрелок не было, просто посмотрели моды, просто посмотрели нашего голого Артура, главного героя. И, конечно, увидимся уже в других роликах по RDR 2. Всем спасибо, кто досмотрел до конца ролик. Спасибо за лайкосик, за подписончик. И всем удачи и пока.